Здравствуйте, вас приветствует компания «Электромотор». Предлагаем вашему вниманию суперсовременную, суперкрасивую люстру от украинского производителя. Здесь представлена модель артикул 3089-3309. Такая люстра современная, в таком футуристическом стиле, подойдет для любого помещения. То ли это будет спальня, то ли будет это холл, прихожая, кухня-студио. Такая люстра пользуется очень большим спросом. Это новая модель 2016 года, самая популярная. Ее очень любят наши покупатели, но не переживайте, вы не будете повторяться, потому что каждая люстра по-своему эксклюзивная. И здесь мы можем видеть, меняем чехольчик, совсем другой цвет, меняем светодиод на другую тональность, имеем не теплый, имеем холодный свет. Поэтому можно играться, выбирать любые абсолютно дизайнерские решения, вкусы, как вам понравится. Мы сейчас ее зажжем, чтобы вы увидели, как она будет в включенном свете. Вот мы видим, как она в включенном свете, такой воздушный шар. Я вам даже не могу передать эмоции, когда смотришь на эту люстру. Это очень приятно, такая современная, классная люстра. Светодиодная, здесь идет основание золотистое. Все блестит, все сверкает. Очень такая современная, хорошая люстра. Подойдет для любого помещения, в любой современный дизайн. Здесь идут 12 таких вот светодиодных деталей, да, таких вот круглых округленных палочек, на которых крепятся светодиоды. Светодиоды здесь потребляют всего лишь 2,9 ватта. Одна вот такая пластиночка, здесь 12. Поэтому, умножив на общую стоимость 25 ватт, по сравнению с тем, когда потребляет одна лампа в обычной люстре 40, а то 60 ватт, это супер экономно. Так как здесь мощность ее приличная и много таких вот светодиодных элементов, она довольно-таки яркая, будет для любого помещения большого объема, там 20 квадратных метров, 30 квадратных метров, кухня-студио, холл, прихожая. Внутри люстры расположен такой вот шар, на котором крепятся все эти детали, эти веточки, ответвления, похожи на какую-то молекулу космическую. Сверху расположена здесь цепь. Цепь прячется в специальную такой вот чехольчик бархатный. В принципе, можно без него, но с ним вы можете регулировать высоту цепи и прятать кабель, который находится и ведет к электропитанию. Люстра крепится, она идет при потолочного крепления, подвесная, крепится вот такой вот тарелочкой к потолку кверху. Здесь находится сам блок, где вы подключаете к электросети. Внешне выглядит она довольно симпатично. Здесь идет вот такой вот зеркальный, золотистый припотолочный круг, который также повторяет объемность света. Когда вы включаете люстру, здесь тоже будет светиться в ней такая вот отдача от светодиодов. Люстра выполнена довольно-таки качественно, все материалы здесь хорошо сделаны, выглядит дорого, симпатично, достойная люстра. Смотрите, как выполнена люстра, мы ее отключили, чтобы вы могли посмотреть более детальнее внутри. Здесь вот такой вот шар, люстра самовыполнена с плотного пластика, поэтому такие как бы ее объемы, она не тяжелая, то есть вы можете не бояться крепить ее к любому потолку, гипсокартонному, кирпичному. То есть она довольно-таки легкая, воздушная, но в то же время качественная, хорошо сделана. А из чего сделана сама материал? Материал здесь очень плотный пластик. Плотный пластик сверху и снизу, специальные заглушки. Вы можете с легкостью их снять и заменить светодиоды, если вдруг они выйдут у вас со строя. Поэтому, в принципе, о замене света вы можете не волноваться абсолютно. Легко ее эксплуатировать, легко обслуживать. Если у вас не получится самостоятельно это сделать, вы можете обратиться в нашу компанию. Мы поможем вам ее как смонтировать, так же и произвести замену светодиодов. У нас большой ассортимент, огромнейший современных люстр. Сейчас новая коллекция, поэтому смотрите полностью все каталоги, смотрите наши люстры, наши видеоролики. Выбирайте то, что ближе к вам по душе. И звоните заказывать в компанию «Электромотор». Телефон в Киеве 044-530-38.